Пристегни ребенка и езжай спокойно. Сотрудники ГИБДД Тольятти провели очередной рейд на предмет правильного использования детских кресел. Как прошел рейд и сколько нарушений выявлено, расскажет моя коллега Кристина Рогова. Берегите своих детей, используйте специальные детские кресла и ремни безопасности. На территории нашего города участились дорожно-транспортные происшествия с участием детей-пассажиров. В связи с этим сотрудники ГИБДД проводят подобные рейды на постоянной основе. Но, несмотря на это, находятся нерадивые водители, которые пренебрегают безопасностью своих несовершеннолетних пассажиров. Основная цель мероприятия – профилактика, а не наказание. И, как показал сегодняшний рейд, нарушителей стало значительно меньше. За несколько часов мероприятия было оформлено одно нарушение. Автовладелец перевозил ребенка в салоне автомобиля не по правилам. С начала года на дорогах городского округа Тольятти зарегистрировано 79 ДТП, в которых у нас участниками стали дети и подростки. В результате один ребенок погиб, и 83 ребенка оказались в больнице. Причем по вине водителя непосредственно зарегистрировано 61 ДТП, в результате которого один ребенок-пассажир на территории Центрального района, к сожалению, скончался, и 63 получили ранения различной степени тяжести. Напомним, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. С начала 2021 года за подобные нарушения сотрудниками ГАИ было составлено свыше 1000 административных материалов. Штраф можно заплатить, а вот второй жизни, увы, не бывает. Родителям стоит помнить, что халатное отношение к детской безопасности в автомобиле может привести к непоправимым последствиям. Ведь если каждый представит себя на месте человека, потерявшего ребенка в результате ДТП, и примет меры к обеспечению безопасности своего маленького пассажира, трагедий на дорогах станет значительно меньше. Кристина Рогова, Сергей Рогов, Новости Тольятти.